В учебном заведении уже все готово к встрече учеников. Но пока перед плакатами с надписью «Здравствуй, школа» расположились столы для регистрации участников. Здесь же, в фойе, развернулась небольшая школьная ярмарка. А кто-то уже занял место в актовом зале 11-й школы. Мы проводим конференцию августовскую, нашу традиционную педагогической общественности, чтобы дать новый старт новому учебному году, подвести итоги за прошедший учебный год и, соответственно, определить задачи на новый год. В нынешнем году августовская педагогическая конференция получила название «Доступность качественного образования. Условия и возможности для развития». Традиционно это мероприятие больше, чем площадка для обсуждения различных вопросов. Это еще и своеобразный смотр талантов. Первым перед собравшимися выступил глава Ленинского муниципалитета Валерий Венцель. Он поблагодарил педагогов за их труд и отметил, что Ленинский район является лидером Подмосковья по количеству строящегося жилья, а значит и увеличению количества жителей, что ставит перед системой образования новые задачи. Нам необходимо предпринять все усилия, чтобы появлялись новые и детские сады, новые школы. И, конечно, во главу угла мы ставим быстрорастущий город Видное, с уже прилегающей территории поселения Горки Ленинские. Здесь мы тоже не стоим на месте, поверьте, и мы заявились в государственные программы, которые утверждает правительство Московской области и лично наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев. Поэтому мы в ближайшей перспективе ждем, что эти учебные заведения, они попадут в государственную программу, и мы будем реализовывать их строительство. По окончании выступления 65 сотрудников учебных заведений получили из рук главы муниципалитета награды Министерства образования Московской области, Ленинского муниципального района, кубки и юбилейные медали. Буквально два дня назад 11-я средняя школа была местом проведения научной конференции, посвященной робототехнике. Сегодня сюда также приехали более 500 представителей учебных заведений. Августовская педагогическая конференция стала традицией в Ленинском районе. Она проводится накануне начала учебного года. Начальник управления образования Светлана Ломакова в своем докладе подвела итоги работы муниципальной системы образования за 2018-2019 учебный год и отметила шаги по развитию учебных заведений в рамках национального проекта «Образование». Президент Российской Федерации объявил 2018-2027 годы десятилетием детства. Это огромная ответственность для всех нас, требующая мобилизации сил и ресурсов для того, чтобы качественно обеспечить здоровье, образование и успешное развитие каждого ребенка. Под занавес конференции Валерий Венцель вручил 24 педагогам сертификаты на получение квартир. Ежегодная педагогическая конференция является своеобразным маркером, который призван сигнализировать. К началу учебного года все готово. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.